Так проходит один из этапов реставрации латунных табличек. Поверхность тщательно шлифуют, чтобы убрать верхний слой. Из-за высокой влажности, а также механических повреждений, металл постепенно теряет свои свойства и блеск. Надпись становится плохо читаемой. После реставрации таблички будут как новенькие. И по заверению мастера, такой чистки должно хватить на пару лет. Это все зависит от того, сколько будет народ ходить, как он будет царапать и, естественно, от производителя лака. Вот, потому что лак все-таки это защитный слой. На этих информационных табличках указаны километраж и направление туристического маршрута. Постаменты с такими указателями, исполненные в едином стиле, выполняют не только информационную функцию. Они давно стали своеобразными достопримечательностями курорта. Их можно увидеть на протяжении всего Пионерского проспекта, набережной, в центральных парках и скверах города. Одним словом, в самых проходных местах. Поэтому их внешний вид должен быть всегда идеальный. Всего обновят 73 указателя. Эксплуатационные свойства закончились, и они пришли в состояние не очень хорошее, не очень красивое. Сейчас они будут зачищаться, приводиться в порядок и практически в новом виде, в новом образе уже будут возвращены на место. Без информационной поддержки анапские теренкуры пробудут недолго. Уже в первых числах марта обновленные указатели займут свои места на постаментах. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.